разберемся. Моя на Европа Плюс Лайв. Друзья, вы не поверите, но к большому сожалению, это была самая последняя наша звезда на сегодня. Да! Нам не хочется с вами прощаться, расставаться, но мы обязательно с вами увидимся уже в следующем году на следующем концерте Европа Плюс Лайв, который будет таким же грандиозным, как да. и сегодня. И может быть мы договорились с властями, чтобы этот наш праздник сегодняшний ушел в ночь, и мы бы колбасили до утра. Я за. Кто за? Все за. Спасибо всем, кто сегодня был с 3 часов дня и до 9 вечера, даже не знаю, сколько сейчас времени. Спасибо, что вы выстояли под жарой. Молодцы, мы вас любим. Слушайте Европа Плюс, радиостанцию номер 1 в России. Россия! Россия!